В Дании отметили приближение чемпионата Европы по футболу, старт которого намечен на 11 июня. В штаб-квартире производителя всемирно известной детской игрушки установили самый большой футбольный мяч из конструктора. Он состоит из почти 200 тысяч деталей, весит 2,5 тонны и достигает 4 метров в высоту. На его создание ушло 150 часов, причем трудились над ним сами сотрудники, включая управляющего директора. В компании отметили, что собрать этот мяч решили не только ради европейского чемпионата, но и чтобы помочь сотрудникам легче перенести локдаун во время пандемии. В мире есть две вещи, которыми увлекаются миллионы человек – футбол и лего. Если объединить их, то получится наш мяч, самый большой в мире. Это соединение двух потрясающих изобретений человечества. Было очень классно чем-то занять себя во время карантина, когда мы не могли встречаться и принимать гостей. Мы все получили возможность принять участие в чем-то невероятном.